Наши памяти останутся всегда. Ни гонения немецкого народа. В каждый дом пришла негаданно беда. И надолго потерял народ свободу. Увозили вас в вагонах для скота. И в дороге дети и старики томились. Вашим домом стал Урал и Казахстан. Врагами Родины тогда вас оклеймили. Наши братья и отцы трудармейцами все поневоле стали. За адский труд не заслужили вы венцы, хотя здоровье свое потеряли. И несли тогда свой непосильный крест, надежду встретиться с родными не теряли. Много немцев не вернулось с этих мест. Так с надеждою навстречу умирали. И несли тогда свой непосильный крест. Надежду встретиться с родными не теряли. Вернулась с этих мест, так с надеждою навстречу умирали. Все мы это в сердце сохраним, чтоб историю потомки не забыли. И за что же был народ тогда гоним? Лишь за то, что только немцами вы были. Хоть давным-давно минули те года, и каждому дана теперь свобода. В нашей памяти останутся всегда дни гонения немецкого народа. В нашей памяти останутся всегда дни гонения немецкого народа.